Всем привет, это предпродажный обзор колонки Electronic 1212A. Одна из них у нас едет в город Дмитровград. Получатель у нас Андрей Геннадьевич. Давайте распакуем, послушаем, проверим микрофон и саму колонку. Колонку я достал, вот так вот она выглядит. Все динамики закрыты металлической сеткой. В комплекте идут два радиомикрофона. Пульт дистанционного управления, AUX-кабель, крокодильчики на 12 вольт, сетевое зарядное устройство и инструкция на русском языке. Вот так вот выглядит колонка. Сзади все управление, есть громкость. С высокими частотами подается Extra Bass. Управление микрофоном, пятиполосный эквалайзер. Флешка, радио, Bluetooth, AUX, все здесь есть. Сейчас флешку поставим, проверим. Да, ну позвонишь. Чуть-чуть баса прибавим. Хорошее чистое звучание, отличный бас. Проверим оранжевый микрофон. Раз, два, три, микрофон работает. Проверим синий микрофон. Раз, два, три, тоже работает. Все хорошо работает. Колонку запаковываем и отправляем в город в Дмитровград. Получатель Андрей Геннадьевич.